Вопрос по военной кафедре – это один из первых актуальных вопросов, которые задавали студенты, родители, администрация города, будет ли в Севастопольском государственном университете кафедра или нет. Это начиналось с 2014 года. И очень приятно, есть чувство удовлетворения, что кафедра есть. Выпущено распоряжение правительства 28 апреля в Севастопольском государственном университете. Создается военная кафедра. Вот, конечно, предшествовала большая работа. Приезжали различные комиссии и из Южного военного округа, и из Центрального аппарата. Смотрели объекты инфраструктуры, смотрели материально-техническое обеспечение университета. И в целом вот, работа завершилась позитивно. Но у меня не было сомнений. Почему? Потому что все-таки это Севастополь, и в Севастопольском университете военная кафедра должна была быть. Хотя все было не очень просто. И второе, все-таки те базовые вузы, на основе которых создавался наш университет, они имеют хорошую историю, в том числе один из вузов – это в далекой перспективе Высшее военно-морское инженерное училище, которое готовило инженеров-подводников. Поэтому традиции есть, инфраструктура есть, и в общем вот мы получили такой результат. Учитывая то, что мы находимся в славном городе Севастополе, это первое. Второе, что здесь база Черноморского флота. Третий важный момент, что наш университет, он классический университет, но мы в своей стратегии задали морской вектор развития. Поэтому и кафедра, естественно, ориентирована на нужды флота. Вот. На кафедре прием 220 человек, 120 обучаться будет на офицеров и 100 сержантов и солдат. На позиции офицера будут ребята обучаться в течение 3 лет программы, сержанты 2 года, солдаты, рядовой состав 1 год. Вот, начнется, ну, сейчас мы ведется подготовительная работа, я думаю, что с 1 сентября 2017 года будет осуществляться прием, это значит, те, кто поступит в этом году, уже со 2 курса, может быть, кто-то с 3, смогут обучаться на военной кафедре. Вот. По поводу военно-учетных специальностей, они, как я уже говорил, касаются морского дела. Это такие специальности, которые важны для флота. Да? Ну, например, там, навигационные комплексы, судовые энергетические установки, радиотехнические системы, системы электрооборудования, системы автоматики, средства автоматики. Вот такие направления. Вот. И это значит, что для студентов, которые обучаются на инженерных технических направлениях, будет для всех на условиях конкурса и отбора возможность обучаться на военной кафедре, а вообще и для гуманитариев, и для экономистов будет возможность учиться на кафедре военной уже либо на сержантов, либо на рядовых. 220 мест не так уж и мало, да, потому что это прием 220 мест, а каждый год 220 мест это не так и мало, да, потому что в основном все-таки, я понимаю, будут люди парни, на офицерские должности, те, кто обучается на инженерных специальностях, а кроме того, есть определенные критерии отбора. Ну, прежде всего, должно быть крепкое здоровье, потому что необходимо будет пройти медицинскую комиссию, что совершенно понятно, да, сдать психологические тесты, должно быть хорошее обучение, потому что безграмотный офицер – это неправильно, хотя в университете у нас учатся все, должны учиться все сильные ребята, но будут добираться лучшие. Кроме того, офицер – это, наверное, хорошая физическая подготовка, должны быстро бегать, умело действовать, должна быть высокая выносливость, поэтому это тоже будет один из критериев, которые мы будем использовать при отборе. Военная кафедра будет располагаться на северной стороне, в бухте Голландии. Там в свое время было Высшее военно-морское инженерное училище, поэтому инфраструктура есть. По материально-техническому обеспечению, я считаю, что вот это решение, оно очень исключительно полезное, и не только для студентов, но и для университета, потому что это позволит еще больше укрепить материально-техническую базу нашего университета, потому что здесь будет поддерживать и Министерство обороны. И, значит, у студентов, которые будут обучаться на военной кафедре, будут возможности получать знания не только в рамках основных образовательных программ, но получать еще дополнительные, действительно, такие профессиональные знания по тем вопросам, которые, ну, в гражданском вузе не рассматривают. Там специальное оборудование,
оборудование, военная техника. У нас есть планы, как это должно быть. Есть помещение, ну, целый этаж в одном из корпусов в Глайне, где будет располагаться военная кафедра. А кроме того, мы готовим лаборатории, различные объекты для того, чтобы там проходили специализированные занятия. Ну, например, такая простая и понятная вещь, как там шлюпочная подготовка, например.